Казахстан. Страна, в которую могут вместиться 4 Франции, 8 Италии, ну и 21 Англия. Вот только они не могут в ней уместиться. Шимкентские. Из-за таких, как ты, нас шимкентских не любят. Она свою дочь замуж выдает за шимкентского. А ты случайно не шимкентский? Да, я шимкентский. Мама, шимкентский! Шимкентские – это люди, и они среди нас. Я пошутил. Я не шимкентский. Они не выбирали родину, а я сталдыка. Yes. Но они всегда готовы исполнять все ее традиции. Только шимкентский хочет все и сразу. Че? Ну я действительно из Шимкента. Бля, шутка, ой! А что плохого в шимкентских? Они же воруют девушек. Никогда не слышал. Да у нас все подружки уже давно распрощались со своим детством. Кет Булыйден, и чтобы наши глаза тебя больше не видели. У меня ситуация без вариантов. Запомни, у шимкентского варианта всегда есть. Слушай, Айсен, ну если тебе страшно, ты можешь прижаться ко мне. Ну это же комедия. Говорят, бюджет этого фильма 300 штук баксов. Не верю. Не бойся.